Анастасия Волочкова села на шпагат в ледяной воде. Соответствующее фото представлено на ее странице в Инстаграм. На фотографии Волочкова на улице в шпагате сидит на бочке с водой, в которой плавают толстые куски льда. Вечер пятничный в русской домашней бане и в ледяной купели бесподобен. «Во льдах можно очиститься от любого негатива», — написала балерина. Ни одного комментария публикация не получила, поскольку Волочкова отключила эту функцию. Однако за пару часов, прошедших после размещения фотографии, пост собрал почти 5000 лайков.